Пробьет лед. Чем пытаемся пробить лед. Там вроде бы как видно полынью, может лед не такой толстый. Мучиться, что-нибудь получится. Пробили лед наконец-то. Нормально. Лед, наверное, сантиметров 15-20 толщиной. Теперь будет ломать лед. Потихонечку, потихонечку на ширину трубы. Трубу планируем поставить шириной 3 метра, в диаметре 1,5 метра. Решили проводить работу зимой, потому что пока есть время, летом времени у нас нет такими вещами заниматься. А на посевную нам уже надо будет выйти вот на это поле, чтобы его обрабатывать. Поэтому этот мост уже весной нам необходим будет. В общем, работа пока смотрим экскаватора. Одна задача — его пробить лед. Морозов такой толстый лед. Поливать надо его. Вот так. Вода сама его растопит. Поливать водой будем, чтобы его растопило хоть немножко. Лед.
где лед тоньше, сантиметров 20, наверное. А где тут долбили вчера, там толстый, сантиметров 35. О, что достает только он. В реке у нас что-то не валяется. Едем искать плиты B-образные, которые мы демонтировали с картофельной бывшей ямы. Берем вот эту плиту, более-менее целая она. Лед пробили, все почистили. В общем, решено на дно речушки этой установить плиты преобразные, чтобы труба не проседала со временем. Вот эти обломки плит мы туда бросим. П-образная плита, которая была перекрытием, потолком, грубо говоря. Вот он ее тащит. Главное у нас. Тот край, давай, да вот там, да. Вот туда, да. Нормально. Еще так дело, она боком поди стоит. Ага. Давай. Так вот я ему показываю жестом руки. Yeah.
Вот и притащили трубу на объект. Длина этой трубы получается 6,5 метров. Толщина металла 20 миллиметров. Диаметр трубы 1 метр 45 сантиметров. Сейчас мы ее будем ставить на место. Будем производить монтаж. Кира ее подтаскивает, ДТшка уже бросит ее на дно. Как надо, легла, наверное, сама. Да, на, теперь ее как ты. И уклон уже все нормально. Все нормально. Ее на чуть-чуть куда сдвинуть. В общем, труба ушла немного влево. Надо ее чуть-чуть на полметра вправо снести. Даже на метр можно. Ну сколько пойдет? В общем, ребята, трубу выставили, теперь будем закапывать его боем битым, который мы демонтировали с картофельной ямы. Труба стоит с уклоном, все идеально, нам нравится пока все. Вот трактора начинает уже работу. Ну да, немножко со снегом пойдет, но весной мы его поправим еще. Дозера работают в паре. Вот этот бой, который мы возили со стройки, с демонтажа, заранее заготовленный.
То, что торчит арматура, это мы будем обрезать, убирать. Это уже не первый опыт у нас закладки дороги с таким боем. Ни одно колесо еще не проткнули. Вот зачем нужен ДТ-75 бульдозер. Пофигу я ему эти арматурины. Колесник тут уже не сможет работать. Ну, под тыл, походу. Тяжело брать. Там пировец пытается брать.